Сегодня мы с вами поговорим о музыке, да? Мы называем ее андеграундная музыка. Я думаю, вам понятный этот термин, да, потому что это интернациональный такой термин. По-русски мы еще можем встретить музыка подполья. Подполья. Здесь понятная этимология, здесь есть префикс под и слово пол, пол, да, под полом, да, точно такая же маска, модель, как underground. Угу. Что вообще эта музыка в России? Обычно это музыка, которая вне за лимитами официального шоу-бизнеса, это не коммерческая музыка. Обычно это музыка какой-то социальной позиции, иногда это музыка протеста против, ну, не обязательно политики, а просто какого-то внутренней свободы, молодость. Часто это музыка субкультур, да, как рок, рэп, например. В разное время зависело, какая субкультура была популярна в тот момент, да, вот это андеграундная музыка. Но для России андеграундная музыка в первую очередь это русский рок, да, русский рок это музыка, которая была, ну, мы называем русский рок основной музыкой до 21 века, да, до 2001 года русский рок это была главная музыка андеграунда, да, главная такая социальная музыка, популярная музыка. И русский рок сформировался как музыкальное такое направление в 60-х годах, да, 1960-е и потом годы. И, конечно, инспирация, вдохновление, оно шло из западной музыки, из западного рока. То есть русские группы, русские музыканты, они смотрели эту музыку. В советское время это было не очень легально, да, вот эта западная музыка, но на разных кассетах, на пластинках, да, она приходила в СССР. Музыканты, молодые люди смотрели, у них была какая-то инспирация, и так появился русский рок, да. Другая вещь, которая характерна для музыки андеграунда СССР, это ВИА. Это аббревиатура, которая расшифровывается как вокально-инструментальный ансамбль. Дело в том, что музыка не могла быть в СССР как базовой профессией, да? Вы не могли сказать, что моя профессия музыкант. И вы не могли делать свою профессию как музыкант коммерческой, да? Потому что в СССР у нас бизнеса не было, не было рынка, да? Не было шоу-бизнеса. И чтобы делать музыку легально, люди должны были быть в какой-то как организации, да, например, это университет, и в университете есть музыканты, да, и они поют как бы при университете, и для этого они делали такую как бы официальную группу, называлась вокально-инструментальный ансамбль. Это могло быть в университете, в организации даже, да, в какой-то, и это было как хобби. Да, не базовая профессия, не базовая деятельность. Потом, уже через какие-то годы, когда это было уже популярно, и уже правительство СССР понимало, что это такое большое, уже стало мейнстримом, да, движение рок, они стали как-то это организовывать, и появились рок-клубы. Рок-клубы. То есть этот опять был официальный, как дом культуры, да, такой рок-клуб, где официально тоже музыканты регистрировались, и они могли там заниматься своим творчеством, да, заниматься музыкой.
по-другому называли рок-клубы, рок-тусовка. Сейчас это слово тоже популярно, тусовка. Это такое, как группа людей, да, которые обычно отдыхают или поют, или занимаются какой-то артистической деятельностью, творчеством, да, и они вместе, да, такая тусовка, как группа, да, вместе. Не обязательно это музыканты, это может быть просто их друзья, их жены, какие-то подруги, друзья, все вместе, мы называем это тусовка, и была как рок-тусовка. Да, такое сообщество. Кроме того, я сказала, что официально музыканты не могли работать музыкантами, да, было странно. Поэтому им нужно было всегда такое псевдоработа, как я работаю, у меня есть официальная работа, да, я не бездельник, как ничего не делаю, да, в СССР, и у них были такие псевдоработы, да. Обычно они были не очень статусные. Вот у нас есть тут две картинки, да, такие типичные работы музыкантов. Это дворник, мы называем дворник, или сторож, да, человек, который охраняет, да, охраняет какую-то организацию или дом, или еще что-то. И вот музыканты, они работали дворниками и сторожами. Попозже мы еще об этом поговорим. То есть у них были другие работы тоже, а музыка как хобби. Следующая характеристика – это антагонизм, как бы протест. Да? Иногда это хулиганство какое-то, иногда это очень протестная позиция. Всегда она, у них всегда был какой-то взгляд, да, как они видят какую-то политику или свободу, музыку. Мы можем сказать, что это субкультура, да, какая-то была. Вот. И вот этот антагонизм, он часто был важен, да, потому что мы сказали, что андеграунд — это всегда за лимитами официальной музыки, официальной там политики и все вот это. Следующее слово важное — это сам издат. Понятно, что рынка шоу-бизнеса, рынка музыки не было раньше, и нельзя было как записать свою песню, если ты не как официальный там музыкант какой-то от партии, и ее публиковать, много экземпляров, да, тираж делать. Поэтому были такие записи, да, когда музыкант поет где-то дома в микрофон, это пишет на пленку, да, и потом он это не может публиковать официально, он сам это делает, да, он у себя дома сделал пленку, дал другу, друг дал другому другу, и вот это они давали из рук в руки, да, мы говорим по-русски. Вот это называется сам издат, сам, как я сам, да, и издать, издавать, публиковать. То есть я сам публикую себя, сам издатель, сам продюсер. Следующий важный момент – это авторская песня и квартирник. Вы уже знаете, что такое квартирник, да, это как мини-концерт у кого-то дома. И что еще важно, всегда человек, музыкант, раньше был поэтом. Он сам писал музыку, сам писал песни. Даже если это была какая-то группа музыкальная, то всегда был лидер в этой группе. И обычно мы знаем культовые группы, культовые рок-группы, культовые андеграунд-группы по имени их лидера, как зовут их лидера. Потому что это была авторская песня. Песня одного автора. Сам пишу, сам пою. Угу. И концерты были квартирники, потому что они были как нелегальными, да, чуть-чуть нелегальными. Понятно, что эти музыканты, они не могли собирать стадионы, большие концерты, поэтому у них были маленькие гастроли, краткие гастроли. И, опять же, может быть, друзья пригласили или еще какие-то шансы были. И небольшие залы, да. Может быть, такие тоже полу-андеграундные, полуподпольные. Угу. Да,
Теперь мы будем много говорить о музыкантах. Я немного пропустила слайд. Мы будем посмотрим основную лексику, которую мы используем, когда говорим о музыканте. Первое слово — это, конечно же, петь. Да? Солист, лидер группы, он... что он делает? Давайте петь. Он поет. Молодцы. Давайте делаем все, все формы. Я... Да, ты, он, мы, отлично, вы, да, и они, да, и раньше мы пели, супер, хорошо. Потом играть, да, если это была инструментальная музыка, а рок, как правило, инструментальная музыка, они, конечно, играли на плюс локатив, да, понятно? Угу. И вон, на чем играли? Например, на барабан, да? Давайте сделаем. Играть на... Хорошо, играть на... Хорошо, играть на... Да, фортепиано не меняем, не меняем. Но, например, синтезатор. Да, играть на чем? Синтезаторе, да, хорошо. Исполнять, да? Мы можем сказать, что и актер, и музыкант, он исполняет, да, как перформанс такой, исполняет всегда что? Он может исполнять песню, да, ну, как правило, конечно же, песню, или если это актер, то он, конечно, исполняет роль, да, на сцене. Выступать, как правило, мы говорим где, да. Выступать можно на стадионе, на концерте, на квартирнике. То есть всегда локация какая-то. Да, выступать, выступление. Следующее. Записывать. Записывать. Как записывать на бумагу? То же самое мы свой голос, когда музыкант поет, он его записывает на аппаратуру. Да, записывает, то есть сохраняет свой голос, записывает. И выпускать, в значении публиковать, да, выпускать. Выпускать альбом, выпускать сингл, песню, понимаете, да? Да, да, хорошо. И сейчас мы посмотрим кратко по эпохам, да, как развивалась музыка андеграунда, рок-музыка сначала только СССР. Угу. Значит, я сказала, что все началось в 60-е годы. 60-е годы рок пришел в Россию. И сначала начали появляться, да, организовываться первые ВИА. Еще раз, да, помните, мы сказали, что это вокально-инструментальный ансамбль. Да, как такая вот группа людей, которые официально от какой-то организации или университета делают искусство, делают творчество, креатив. Потом, они не писали сначала музыку и песни, потому что, чтобы писать и петь свои тексты, надо было быть официально в таком союзе, да, как организации композиторов или поэтов. А если я просто какой-то поэт из университета, конечно, я не могу быть в этом союзе поэтов, в союзе писателей, композиторов. Поэтому они делали кавер-версии популярных песен из Запада, да, которые они слышали в 60-е. И тоже было популярно слово «самодеятельность». Это опять связано с этими организациями и университетами, при которых это было как хобби, да, как сейчас у нас есть там тимбилдинг и какие-то креатив людям говорят делать, да, на какие-то праздники, может быть, ну, понимаете. И самодеятельность, это были тоже такие организации, которые, и тоже как феномен, когда люди креативили, занимались музыкой, каким-то творчеством, поэзией, литературой, всем, да,
но они были представители чего-то, какой-то организации. Ну вот, может быть, первый человек и такой популярный человек, который занимался всем этим кавер-версиями, самодеятельностью, это Александр Градский. Сейчас он уже, ему уже много лет, он уже не молодой, но он еще очень такой уважаемый человек, мы думаем, что он талантливый, и он у нас в жюри, да, жюри, у нас есть в России аналог американского «Голос», да, популярное шоу, угу. И он, этот человек, Александр Градский, он уже довольно пожилой, довольно старый, много лет ему, и он в жюри этого шоу. Угу. Мы посмотрим один эпизод, где он еще молодой, да, поет рок. Такой первый советский рок. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Видно, что это кавер, да? Он просто поет какую-то популярную песню Запада, да? Следующая эпоха — это 70-е, да, плюс 10 лет. Главная характеристика 70-х — это битломания. Я думаю, понимаете, какая группа пришла в Россию и была очень популярной, если это битломания. Какая группа? Битлз, конечно, да. То есть в России тоже узнали о группе Битлз, какое очень популярное явление во всем мире. И все хотели быть как Битлз, да, были люди, которые одевались как Битлз, то есть и копировали их стиль, их музыку, все-все-все. И в России появилось две культовых сейчас рок-группы. Это «Аквариум» в Петербурге, группа «Аквариум», и их солист, лидер, это Борис Гребенщиков. Он уже сам писал музыку и тексты, и сам их исполнял. И в Москве это группа «Машина времени», и их солист Андрей Макаревич. Да, у вас там есть в распечатках. Эти две группы, они и сейчас очень популярны, есть люди, которые все еще ходят на их концерты, их песни знает вся страна, то есть они реально культовые рок-группы русские. Борис Гребенщиков, он родился в Петербурге и сейчас здесь живет, он очень важный человек для Петербурга, у нас даже есть сквер, такой как мини-парк, который имени, носит его имя, то есть зовут парк как Бориса Гребенщикова. Представляете, да, что это важный уже персона для России. Мы посмотрим песню, которая называется «Поколение», Generation, дворников. Помните, кто дворник? Кто убирает улицу, да? Дворников и сторожей. Сторож, кто охраняет дом, например.
да? Так называется, потому что, мы говорили, у них были всегда такие экстра дополнительные работы. Угу. Мы сказали, что они были, ну, и начало их популярности это 70-е, но мы посмотрим в хорошем качестве песню Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», которая была, которую он пел только в прошлом году, да, там будет чуть-чуть переделан текст, но я думаю, что это будет более интересно посмотреть, что он уже не молодой человек, да, и как он поет сейчас. Ну, я думаю, вы поняли. Они позиционируют себя как еще и такая этногруппа. Поэтому, я думаю, вы слышали чуть-чуть, немного есть этномелодии. И тоже я хотела сказать, что Борис Гребенщиков, мы считаем его не только музыкантом, но и поэтом. И, например, его тексты сейчас дети в школе изучают как современную литературу. То есть они учат его стихи наизусть, знаете, как тренируют память, и, то есть его тексты считаются не только музыкой, но и важны для поэзии. Следующее — это 80-е, мы делаем еще прыжок на 10 лет, и 80-е — это пик развития рок-музыки, андеграунд-музыки в России. Но уже государство СССР стало организовывать много музыкантов, которые, группы, музыка, которая была популярна. До 1985 года коммерческий шоу-бизнес был запрещен. То есть они не могли брать деньги за концерты. Но, тем не менее, появились рок-клубы, да, я сказала, что это была как официальная организация, где они могли регистрироваться,
петь, собирать какие-то мини-концерты, туда могли приходить молодые музыканты, ну, чтобы тоже иметь какую-то популярность потом. И что важно, в 80-х был проведен первый рок-фестиваль в СССР в Тбилиси. Это столица Грузии, сейчас не Россия. Тбилиси 80. Вот мы видим здесь, во-первых, есть пластинка, то есть раньше были, да, пластинки. Тбилиси 80 и музыка с этого фестиваля. Такой ретро. И здесь мы видим, как много людей стоят в очередь, в линию, да, чтобы купить пластинки в магазине «Мелодия», который был продакшеном, да, он производил эти пластинки. Но деньги шли все в монополию государства, да, не человеку. Потом квартирники. 80-е стали популярными квартирники. Вот здесь у нас есть фотография квартирника. Здесь Виктор Цой, вы его уже знаете по квартирнику, который у вас был вчера, да, Виктор Цой. Надо сказать, что Петербург считался столицей, да, столицей русского рока, потому что первый рок-клуб открыли в Петербурге, в Ленинграде, извините, на тот момент, и первые квартирники появлялись тоже в Ленинграде. То есть сейчас мы считаем Ленинград столицей русского рока, да, русской андеграунд-музыки. И три важных рок-клуба были в СССР. Первый – это Ленинградский рок-клуб. Он находился по адресу улицы Рубинштейна, дом 13. Сейчас там тоже есть эта организация. Они пробуют ее поддерживать и тоже быть рок-клубом, но больше это как музей, да, работает как памятное место. Ленинградский рок-клуб открылся в 1981 году. У вас есть список культовых групп этого периода Ленинградского рок-клуба, то есть которые были там зарегистрированы. Вот эта группа «Зоопарк» первая, это были еще кавер-версии, то есть еще они были не очень авторскими песнями. Это были либо каверы, либо это переводы западных песен на русский язык. Но для развития музыки эта группа очень популярна. Группа «Секрет», они были тоже такие битломаны, для них очень был важен стиль «Битлз», то есть они больше копировали. «Аквариум» мы только что смотрели с вами, да, это Борис Гребенщиков, человек, который сделал много для того, чтобы молодые музыканты, молодые исполнители имели шанс как-то тоже развиваться, да. Например, Гребенщиков, он нашел Виктора Цоя, и он много ему помог, да. Сейчас Цой — это легенда русского рока, и его группа «Кино», да. Вот как раз у нас есть фотография, здесь тоже Цой. Группа «Алиса», тоже очень популярная, это уже такой более жесткий такой рок. То есть это много инструментальной музыки, можем сказать, что к альтернативе, да, уже так. И «ДДТ», тоже авторская песня, Юрий Шевчук, очень уважаемый человек в Петербурге, он и сейчас здесь живет, у него очень такая активная социальная позиция, он пацифист, он не любит войну, его песни, они очень часто про солдат, про войну, он привлекал к этому внимание, но очень гуманные. Вот. Здесь есть фотографии, вот Виктор Цой и Борис Гребенщиков в Петербурге, в петербургском рок-клубе, и это тоже питерские музыканты, они сидят у дверей рок-клуба своего. Мы с вами посмотрим песню «Кино», группы «Кино», Виктор Цой, которая называется «Мы ждем перемен». Перемены, да, это что-то новое, да? Перемена. Угу. «Мы ждем перемен». Эта песня, она была как гимном перестройки, да? В перестройку она была супер популярной. Ну, по понятным причинам, что это такое «Мы ждем перемен», «Мы хотим что-то новое».
Мы смотрели отрывок, эпизод, вы видели, там шли субтитры, да, титры. Это потому что это эпизод из фильма «Асса». Тоже фильм частично о русском роке. Мы говорим, что это фильм, который иллюстрирует эпоху. И в этом фильме главный герой исполняет его Виктор Цой. Да, один из главных героев, актер Виктор Цой. Он же и поет и песню для этого фильма. В Москве рок-клуб появился через 4 года, в 1985 году. То есть в Петербурге уже 4 года был рок-клуб, в Москве только появился. Он назывался «Московская рок-лаборатория». И он располагался в Доме культуры имени Горбунова. В Москве все называют его «Горбушка». Такое был как сленговое название. Если в Петербурге для музыкантов была важна какая-то идея, они читали одну литературу, слушали одну музыку, то есть у них была какая-то идеология рока, то в Москве это было скорее просто место, куда разные музыканты могли приходить для творчества. Да, просто как такая площадка, место. Да? И в Москве тоже были очень важные группы, очень популярные, сейчас они во всей России популярны. Значит, «Машина времени», их солист Андрей Макаревич, мы уже говорили про них в 70-х, они стали еще более популярными. «Бригада С» тоже, и «Ва-банк». Это две группы, они такие прям роковые, они исполняют рок. А группа «Браво», они были тоже больше к битломанам. И для Москвы очень важно и очень рано вот эта андеграундная музыка, она стала коммерческой. Может быть, потому что это была столица, не знаю. И как бы из андеграунда она стала очень популярной для масс, да, такая массовой музыка стала. И вот, например, группа «Браво», она сначала была андеграундной, а потом вдруг она стала массовой. Очень часто это происходило, конечно, с музыкой, если она там талантливая или популярная. Вот. Но что важно про «Браво»? В «Браво» у нас появился женский рок. То есть солистка «Браво» Жанна Агузарова, она такая очень эксцентричная девушка, она себя позиционирует как женщина с Марса, да, и она... Леди Гага, да, такая русская Леди Гага. Она была солисткой в этой группе. У нее был очень высокий, красивый голос. Сейчас она не живет в России. Группа только мужчин, да, сейчас эта группа тоже существует. Вот мы недавно были как раз на концерте. Но, тем не менее, песни группы «Браво» популярны, где есть женский вокал. И это женский рок. Да, первый женский рок в России, может быть. Посмотрим эпизод, одну песню.
посмотрите на женщину. Называются желтые ботинки. Ботинки. Такой высокий, да, голос у нее. И вся музыка, которую она исполняет, она всегда очень на высоких нотах. Если вам нравится такой вокал, то, может быть, вы будете слушать. Сейчас она очень эксцентрично выглядит, одевается. Да, здесь она еще такая, как в рамках советской идеологии. А сейчас это просто космическая женщина в космических нарядах. Да. Так. Так, 90-е. Ну, как вы понимаете, 90-е. Свердловский рок-клуб забыла. Значит, Свердловский рок-клуб. Это какой город? Знаете, Свердловск. Раньше был Свердловск, а сейчас Екатеринбург. Да, это город на Урале. То есть в СССР он назывался Свердловск. Да, Свердловск. И был Свердловский рок-клуб. Эти группы тоже очень популярны, и сейчас в том числе. Обычно это был такой, если в Москве, это был очень такой коммерческий, эстрадный, да, мы скажем, тип музыки. В Петербурге это больше поэзия, философия. А на Урале, да, в Екатеринбурге, в Свердловске, это был часто такой сухой текст с какой-то тоже социальной политикой там или какой-то идеологией, или просто песни о молодости, о свободе, но довольно такие неэстрадные, да, именно текст важен. Вот. Свердловский рок-клуб после московского появился, но тоже очень важную роль играл. И сейчас эти группы тоже очень популярны. Ну и 90-е, да, закончился СССР, появился шоу-бизнес. Значит, вся музыка, которую исполняли музыканты, могла быть коммерческой. Они могли за нее получать деньги. Поэтому
вот это как бы лимит, да, грань между андеграундной музыкой и коммерческим шоу-бизнесом, она стала не очень понятной. Да, конечно, это могли быть группы, которые все равно были не супер популярные, они собирали маленькие концерты, но потом они могли очень быстро стать, да, такими массовыми группами. И вот мы написали, что это коммерциализация андеграунда, то есть стала коммерческая музыка. Потом очень, так как кинематограф в 90-е ну, тоже играл важную роль, и музыка активно использовалась в фильмах, то музыка из разных фильмов становилась популярной. Здесь есть культовые группы 90-х, но надо сказать, что был фильм «Брат» и его сиквел, да, «Брат 2», режиссера Алексея Балабанова, из Петербурга он, который показывал такого героя этой эпохи, героя 90-х. Это был парень, он пришел с войны в Чечне, он очень любит музыку, всегда ходит с таким дисковым плеером и слушает разных рок-исполнителей. Эти две криминальных драмы «Брат» и «Брат 2» сейчас считаются фильмами 90-х, которые иллюстрируют эту эпоху, перестройка. Да? Но также в этих фильмах режиссер хотел показать как можно больше музыки. И так как этот режиссер очень дружил со Свердловским рок-клубом из Екатеринбурга, все группы, которые были в этом рок-клубе, они, их песни есть в фильме. И они стали популярными благодаря фильму в том числе. Да? Вот это фильм, афиша к фильму «Брат». Он вышел в 97-м году. И уже на рубеже 97-й, в 2000-м вышел второй фильм «Брат 2». В обоих фильмах музыки очень много. Сейчас, когда делают как юбилей фильму, 10 лет, 20 лет, то делают реально концерт песен из этого фильма. Можно сделать целый концерт. Вот такая фотография из тоже ленинградского рок-клуба. Но уже вы видите, что изменился стиль, как выглядят люди. Чуть-чуть по-другому стало. Да. Я, с Ирис мы видели, да, группу Би-2, вы сказали, что вам нравится, да? Вот, вот как раз эта группа из 90-х, но все еще, видите, она популярна в России тоже. Мы посмотрим трейлер к фильму «Брат 2». Это уже как бы лимит, рубеж между 90-ми и 2000-ми годами, но вы послушаете, что даже в трейлере активно используют музыку. Как это выглядит? Скажи мне, американец, в чем сила? Большие. Вам
На. Вы видите, весь фильм, он куда-то бежит, дерется, стреляет, такая криминальная, да, очень криминальный фильм. А обычно мужчины очень любят его. Да, но все-таки это 90-е, перестройка, да, было такое время у нас. Этот фильм, особенно «Брат 1», это фильм, который снят в Петербурге, очень много показывает Петербург этого периода. Мы называем его даже «бандитский Петербург», да, то есть было довольно криминально в тот период. Окей, следующая эпоха – это нулевые, да, все, 2000 год. Очень важными стали андеграундные СМИ, да, средства массовой информации. Это радио, это телевизор. Значит, у нас два радио, которые транслируют рок, транслируют музыку такую андеграундную. Это наше радио, и оно проводит фестиваль. Да, в России есть роковые тоже фестивали. Это нашествие. Каждый год популярные рок-группы приезжают. Этот фестиваль длится 3-4 дня, несколько дней. Есть люди, которые ждут из года в год, ездят, посещают. Все это проводит радио. Да, и радио стало очень важным здесь, в развитии музыки. И радио «Максимум», оно транслирует и русскую музыку, и западную музыку, американскую, Европы, но, как правило, это рок. И в тот период появился телевизор, да, понятно, стал тоже важной частью, был канал MTV Россия, это как международный MTV, но у нас была своя как франшиза. Они тоже делали разные шоу про рок, про музыку, про разную музыку. И, например, когда мы еще были детьми в школе, то MTV это был такой ресурс, который формировал наш музыкальный вкус, да, как, что мы слушали. Вот. Значит, так как музыка стала уже коммерческой, люди реально занимались бизнесом в сфере музыки, то часто вот этот рок стали называть рок-а-попс, то есть рок и поп, да, рок-а-попс. Вот такая самая популярная группа, это Мумитроль, это был рок, но такой уже более музыкальный, такие более примитивные тексты использовались. И после Мумитроля была Земфира, это женщина, ее зовут Земфира. Она и сейчас тоже одна из главных певиц в России. Она тоже рок-певица. И Мумитроль, их солист Илья Лагутенко, Земфиру как бы продюсировал сначала. Вот. Но для 2000-х самая важная андеграундная группа – это «Ленинград». Потому что она была самой скандальной группой. Они использовали обсцентную лексику, ненормативную, нецензурную, много алкогольной такой хулиганской тематики. И эта группа, так как она была такой хулиганской, она была как бы за границами цензуры, эта группа она была запрещена для выступлений, для концертов. То есть в Москве, в Петербурге, называется Ленинград, они очень патриотичные, но в Москве тоже они хотели делать большие концерты, потому что они были все равно популярны. И эти концерты отменяли, да, банили концерты. И это был большой такой скандал всегда, их солист, он был такой очень эксцентричный, провокативный человек. Сейчас эта группа, это хороший пример группы, которая раньше была андеграундной, с позицией, с такой роковой музыкой. Сейчас это группа, которая тоже самая популярная в России. Они собирают большие стадионы. В Петербурге был концерт на стадионе 55 тысяч человек. Но они стали абсолютно коммерческими. То есть они реально очень богатые, очень работают на массовую аудиторию, делают такие красивые, дорогие видео. То есть они в 2000-е были главной культовой группой андеграунда, сейчас они главная коммерческая группа, можем так сказать. То есть это бизнес. Вот как раз это группа «Ленинград». И здесь две группы, которые еще были популярны из 90-х, это «Би-2» и «Сплин». Тоже сейчас они роковые.
мы посмотрим видео группы «Ленинград», еще старое, со старых времен. Называется «Мне бы в небо». Он хочет как летать. Ну, я думаю, вы поняли, да? Они были инструментальные роковые группы, и сейчас, если вы посмотрите, это более такая драйвовая коммерческая музыка. Переходим, да, к нашему времени. Вот что сейчас в России? Значит, конъюнктура вообще музыки, она абсолютно изменилась. Произошла такая революция. Мы говорим сейчас в России, что русский рок умер, его нет. Больше нет этих групп, больше нет таких философских текстов. Новая философия — это рэп, да, рэп — новый рок, да, сейчас рэп — это самая популярная музыка в России, рэп-группы собирают стадионы, рэп-группы собирают миллионы просмотров на Ютубе, и это тоже очень важно. Значит, если раньше, чтобы стать популярным, нужно было быть в телевизоре, да, или просто быть популярным среди людей, как-то от одного к другому, то сейчас есть Ютуб, есть интернет, и даже если группа считается андеграундной, как используют нецензурную лексику или какая-то слишком социальная, то благодаря интернету она очень популярна. По-прежнему активная жизненная позиция важна для текстов, но уже рэп-текстов. Здесь есть несколько групп, которые сейчас популярны, это рэп-группы, и тут одна такая больше роковая, какая-то панковая группа или танцевальная музыка. Вот. Но есть один персонаж, который реально важный, его зовут Оксимирон, это русский рэпер, он учился в Кембридже, он получил очень хорошее образование, ну, такой очень интеллектуальный человек, но он делает рэп. И он стал популярным, потому что он участвовал в рэп-баттлах. Рэп-баттлы — это когда два музыканта, рэпера, пишут текст, а потом друг друга они оскорбляют там разными плохими словами или над друг другом шутят как-то не очень корректно. Вот. Но это стало очень популярным. Смотрите, один из рэп-баттлов собрал... почти 39 миллионов просмотров на Ютубе. Представляете, да? Почти 40 миллионов людей посмотрели только одно видео. Вот. Ну, вот это вот как раз этот Оксимирон и Слава тут у нас есть один. И вот эта организация, которая организует рэп-баттлы, называется Versus Battle. Они находятся тоже в Петербурге. Теперь у нас был столицей рока Питер, теперь столицей рэпа. Они... тоже стали очень богатыми благодаря рекламе на Ютубе и всей этой коммерции, которая теперь есть в интернете. Этот человек, Оксимирон, он ни разу не был в телевизоре, но он собрал стадион в Москве. В Москве самая большая арена — это Олимпийский, и Оксимирон, этот рэпер, к нему на концерт пришло 60 тысяч человек. Представляете, огромный зал, никогда по телевизору не был. Может быть, там один раз он был в каких-то, ну, маленьких эпизодах. Вот. Значит, еще один
рэпер, да, это такой человек, которого зовут Хаски, как собака, да, как порода собаки. Он тоже читает очень такие социальные тексты, часто очень негативные. Мы посмотрим только одно видео, просто чтобы сформировать мнение о русском рэпе. Называется «Поэма о родине», как текст. На любителя, да, зависит, если вам нравится такая музыка или нет. Последний момент. Есть много фильмов о легендах русского рока, о популярных персонах, об эпохе, которые иллюстрируют, да, какие-то моменты из развития музыки андеграундной в России. Есть фильм «Рок». Это фильм полудокументальный, с видео разных исполнителей, разных музыкантов и маленьких эпизодов из жизни. Там вы можете как раз увидеть, как они работают на каких-то не очень статусных работах и используют музыку как хобби, на самом деле живут ради музыки, ну и прочее, прочее. Очень показательный фильм. «Асса» — это фильм с Виктором Цоем, поэтому он очень популярный. И тоже там о... Да, «Аквариумом». Да, «Аквариум» писал музыку для фильма «Асса». И это фильм тоже о молодых людях этого поколения, да, вот 80-х, 90-х. «Игла» — тоже Виктор Цой играет. Фильм такой чуть-чуть негативный, но, тем не менее, он тоже... важный очень и, ну, популярный, все русские люди их знают. И последний фильм — это «Лето». Это новый фильм, видите, все фильмы 80-х и фильм 2017 года. Фильм тоже о Викторе Цое. Представляете, да, очень важный человек, вчера вы пели его песню, аж три фильма, о которых я сказала. Там, можно сказать, центр фильма — это Виктор Цой как персонаж, как личность, как музыкант. В этом фильме не играет Виктор Цой, уже играет актер, но фильм о его жизни и об этом поколении, об этом обществе петербургского рок-клуба, петербургских музыкантов. Фильм хороший, если вам это интересно, то мы рекомендуем вам посмотреть, и он есть на YouTube в открытом доступе. То есть вы можете спокойно его посмотреть. Субтитров, правда, нет. Нужно их найти, скачать, да, отдельно. Посмотрим трейлер чуть-чуть. Сейчас перед вами выступит загадочная группа. И несмотря на то, что один из них в жопу... Это молодая юмористическая группа. К их текстам с юмором надо относиться. Поддерживаем. Где твоя топли на манной каше? Мы точно нашу песню послушали. Да сколько к Майку таких ходит? Слушай, а это самозванцы какие-то. Виктор, Майк. Сухой будешь? Можно. Вы спеть хотели? Пойдем. Вы хотите с драм-машинкой выйти? Это не рок-н-ролл, это диско какое-то. А что плохого в диско? Звук говно. Дело сейчас не в звуке. Майк, опиши свой идеальный концерт. Стадион тысяч намного, дым разноцветный, три барабанщика. Я по-другому, конечно, все это вижу.
Этот Витя, который без денег, сказал, что за новой волной будущее. Без денег теперь влияет на твои музыкальные предпочтения? Ни на что он влияет. Витя, пойдем поговорим. У нас просто детский школьный роман. Гуляем, за ручку держимся. Ты же знаешь, что держаться за ручку – это опаснее, чем что-нибудь другое. А что, если в твоей восьмикласснице взять последний припев и транспонировать на тон выше? Мне пока нравится, как есть. Пришел домой. Вот это что такое, а? Я бездельник ОО. Мама, мама, я бездельник УУ. Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать. Может, попробуем их просто спеть? Мои друзья всегда идут по жизни марша. Вот как начнут пионеры твои песни орать, вот там будет звук. Ну, все сломалось. Да, фильм... Фильм с позитивной атмосферой, что редко для русского фильма. Такая атмосфера, настроение самих музыкантов довольно позитивное. И даже вот этот, вы видели там такие политработники, мы говорим политические работники, это обычно очень консервативные люди, которые читали текст и смотрели, хорошо ли он для идеологии. Даже эти люди, они показаны в фильме с таким, с юмором. Да, то есть без негатива. Это хорошо. Так. И маленькая сводка по Ютубу. Если вам это все интересно, вам интересна музыка старая, новая, русская, рок или рэп, значит, какие каналы? Значит, есть канал НТВ в телевизоре, и есть их Ютуб-канал. У них есть такое шоу, называется «Квартирник». В этом квартирнике приходят туда и делают маленькие концерты на один час все русские рок-группы. Может быть, там были многие. И там очень красивое такое инструментальное исполнение. Я вам рекомендую посмотреть. Versus Battle для тех, кто любит рэп. Да, там рэп-баттлы. Оксимирон, это вот этого популярного рэпера, о котором мы говорили, его персональный канал с видео и все прочее. Группа Ленинград, по-прежнему рок-группа, очень популярная, очень коммерческая. Рекомендуем посмотреть их видео. Музыка спорная, но видео всегда очень качественные, красивые, такие провокативные, может быть, но классно сделаны. Газгольдер, это как лейбл, да, такой продюсерский проект, где тоже много разных музыкантов современных, можете посмотреть их музыку там. Little Big, группа тоже с хорошими, интересными, смешными иногда видео, веселыми, но это такая больше между панком, группа тоже такая провокативная чуть-чуть. И два канала, это Афиша и On Air, там, где вы можете посмотреть просто аналоги американских шоу, может быть, вы знаете, как Colors Show, где люди поют голосом, как живое выступление, разные русские музыканты. Они не всегда совсем андеграундные, но молодые, может быть, не самые популярные, талантливые, вот такое, как там компиляция, да, можете там посмотреть. Вот. Надеюсь, что вам понравились некоторые русские музыканты. Может быть, вы послушаете потом. В любом случае, спасибо вам за внимание, за время. Если есть вопросы, то спрашивайте сейчас. Хорошо? Есть вопросы? Нет?